Всем привет! Рассмотрим Fiat. Fiat называется Strada. Strada Adventure. 1.6 16 V. Это здесь является небольшим пикапом. Вот. Сделано на базе Palio. Здесь в круг с пластиком, такой весь модный, литые диски, крутой пластик на саморезах, повторители светодиодные, в стеклах подножка, это вот фигня, забыл как называется. Сзади, конечно, барабаны, но сзади такая рессора мощная. Килограмм, наверное, 400 увезет. Вот такой вот салон. Такие удобные кресла достаточно. С такого материала. Здесь есть второй ряд. Там очень тесно, но он есть. Вот. Такой вполне современный дизайн. Airbag. Бутафория, радио, кондиционер, ступенчатая коробка, ручник, управление на руле, такие вот приборы интересные, необычные, стеклоподъемники, подсветка в салоне, сзади решетка защитная, хорошо пахнет, здесь ароматизатор классный. Сверху такие мощные дуги. И багажник. В багажник можно что-то положить. А еще вот эта штука откидывается. И можно класть отсюда. Это где-то 2010-2011 год. Это очень распространенная машина здесь. На базе Fiat Palio сделана. Она небольшая, но достаточно высокая. Огромный клиренс. Вот. Вполне экономичная. В общем, народ пользуется. Вот такие автомобили. Всем пока.